Всем привет, вы на канале Огрызнулька Диева, и сегодня я расскажу истории своих питомцев и других животных. Итак, поехали! Первая история про моего хомяка Полосатика. Это мой питомец, и он у меня дома живет. Правда, сейчас я его показать не могу, поэтому вот. И как бы мне его подарили, когда мне исполнялось 9 лет. Ну, сейчас мне уже не 9 лет, и он у меня уже живет целый год. Вот. Вторая история про кошку Марусю. Я ее в первый раз увидела в прошлом году. В общем, она сначала была такой гладкошерстная, ну, похожей. Но потом в этом году я снова ездила в Змеиногорск к своей тете. И, в общем, она стала пушистой. И мы с Марусей подружились. Ну, правда, Маруся в прошлом году была очень наглой. Потому что она то в туалет не туда ходила, то еще, то отбирала у своей дочки еду. У нее она рожала дочку Миру. И когда в прошлом году она уже... Ну, Мира уже была не такой взрослым котенком. И Маруся отбирала у нее еду, когда давали Мире. Да. Ну, а в этом году я помню, как был гром и дождь. И, в общем, я Марусю звала домой, а она никак не приходила. Потом она быстро, прям как молния, побежала домой. Ну и вот. Дальше история про собаку Джулю. У меня была собака Джуля, и как бы она у нас была, когда я была очень маленькой. Ну вот был там 1, 2, 3, 4 годика. Я не точно не помню вообще. Но это было очень, на самом деле, давно. И Джулия еще тогда была щенком. И я, когда собиралась в какой-то лайнер летний, то увидели ее. Она была бездомной, и как бы она дворняжка. И нам ее всем стало очень жалко, и мы ее взяли домой. И, ну, правда, нам было очень тяжело за ней ухаживать, поэтому мы не смогли за ней ухаживать, поэтому мы отдали моей тете ее. И она уже взрослая, но, правда, я ее еще не видела, как она выросла. Вот. Ну, и дальше история про котенка Миру. В общем, она как бы... Ну, сначала она была такой стеснительной, когда она была маленькой, а потом мне рассказали, то, что когда она выросла, она стала обжорой просто. Кстати, это мой декор. Вот. Дальше. Наглый кот. Он мне, конечно, не питомец, не знакомый. Я его только узнала в этом году, потому что, ну, как бы, потому что он приходил. И как бы, почему он наглый? Потому что он идет по всяким домам, уходит далеко от своего дома, приходит к нам, а потом еще заходит к нам в дом. Это вообще ужас. Ну и это все истории. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!